МИД КНР отреагировал на высказывание японского премьера о необходимости роста военных расходов. На встрече с активом правящей либерально-демократической партии Синдзо Абе упомянул о модернизации китайской армии, которая, по его мнению, идет быстрее, чем ожидалось. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Японии необходимо извлечь уроки из истории, придерживаться мирного пути развития и прекратить разговоры о так называемой «китайской угрозе». В силу исторических причин действия Японии в сфере безопасности и обороны всегда настораживают ее азиатских соседей и международное сообщество. Население Японии составляет лишь 1/10 от населения Китая, а соотношение территорий примерно 1:26. Тем не менее, расходы на оборону в Японии в расчете на душу населения приблизительно в 5 раз выше, чем у Китая. Учитывая это, мы можем только догадываться, почему Япония делает проблему из стремления Китая обеспечить обороноспособность страны и не преследует ли она какие-то другие цели.